Наша история началась в Астральной Академии, высшем волшебном заведении всего королевства. Подвалы Академии хранили магические секреты, а маги давали торжественные клятвы беречь их от злых сил. Но вот некий монстр, столь же злобный, сколь и упорный, вознамерился проникнуть за ворота. Странно, чудовище устойчиво к нашей магии. Из-за этих происшествий вокруг Академии я уже начинаю думать, что нам нужна помощь со стороны. Я стану свободным. Пошлите за подмогой. Нам нужны наши герои. Если в королевстве беда, кто придет на выручку? Ну, конечно, три наших славных героя — Амадей, Понтий и Зоя. Когда-то давно жили они обычной неприметной жизнью. Судьбы королевств, висящие на волоске, их совершенно не касались. Пока одна роковая встреча не изменила их жизнь навсегда. Они обнаружили тройку — артефакт душ. В это время Понтий, бесстрашный рыцарь и защитник простого народа, ревностно отдавался службе. Он выслеживал вора, похитившего овцу у бедной крестьянской семьи. Этот подлый бандит скрывается где-то здесь, в ущельях. Я найду его и спасу овечку. Не будь я Понтием смелым. Уж и не знаю почему, но сегодня утром этот вид особенно живописен. Излажу эти пещеры вдоль и поперек, но найду вора. Отпусти овцу, и я тебя не трону. Но это же моя овца. Вы меня с кем-то другим перепутали, добрый сэр. Ну, тогда простите, что напугал. Ошибся я.
вы не видели здесь поблизости точно такую же овцу? Ее украл какой-то гоблин, подозрительно похожий на вас. Видите ли, эту овцу я украл совсем на другой ферме. Ах ты, подлый ворюга! Далеко не уйдет. Опускаемся. Иногда полезно ощутить землю под ногами. Вот он, злонамеренный вор. Бедная овечка закончит свои дни в гоблинском рагу, если я не поспешу. Huh!
Ну-ка, вилку на стол! Эта овца пойдет со мной! Я их сделал. Тебе пора домой.